Так, ребята. О, мы на борту. Мы продолжаем прохождение Call of Duty Modern Warfare Remastered. Это дополнительная миссия, как я понял. Так, тихо. Да, и мы сейчас на каком-то самолете. Воу! Жесть! Я не знаю, что это за миссия. Она, наверное, побочная. За собирание либо ноутбуков, либо за просто так. Хрен знает за что. Я получил... О! Как так-то? Нас уже убили. На первую минуту только прошла. А, ну да, точно. Это канал Game World, и с вами Артём. Огонь не по усмотрению надо, а по противнику. А здесь есть? Ноутов нету. Да, гранат здесь нету. Да кто мне мешает-то пройти? Ё-моё, петух. Оу. Найди объект. Так вот, чем мы занимаемся. Мы ищем объект. Какой-то. Да я твою пушку заберу. Стоп, я не ту пушку забрал. На тебе. Да, я перезаряжусь пока. Патрончики у нее заберем. Целостность корпуса нарушена. Тихо. Да, УЗИ, только не с УЗИ же мы будем стрелять в него. На тебе. Все? Давай. Ой-ой-ой, я не буду тут стоять. А кого мы хоть спасаем-то? А, секс в самолете? Я тоже прыгаю. Совершить затяжной прыжок с большой высоты. Блин, надо было... О, а сейчас рассказывают о нашем отряде. Нажми R для входа в главное меню. Так, ладно. Поздравляем, вы получили доступ к аркадному режиму и кодам. Включите коды для режима кампании можно в главном меню или меню паузы. Аркадный режим доступен на главном меню. Ладно, в принципе, мы на этом будем все же заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артём. Всем пока!